Харьков, 20 июля. Когда я шел сегодня вечером домой, неожиданно пошел сильный дождь, и мне пришлось минут 30 стоять в укрытии на одной из центральных улиц города. И в это время я заметил на противоположной стороне старинный дом еще царской постройки, где все окна выбиты. Это результат обстрела российско-фашистскими оккупантами нашего города. Для них нет ничего святого.